244, пожалуйста, подойдите к стоянке. Звезды не могут уехать. И 244, ракомастыда ки Кобальт машина снегисина чакрамас, агер иложи болса машина гизе четки алуп турасиз. Асис мехмонлар, хурматли ханамлар ва жаноблар, мана шундай юқори кайфиятда, кўтаринки рухда, кечамизни давом эттирган ҳолда ёшларимизни яна бир бор бахт ва муҳаббат айёми билан чин дилдан муборакбод этамиз. Бугунги оқшом, бугунги шодиёна нафақат ёшларимизнинг, балки уларнинг яқинлари, ота-оналари учун ҳам унутилмас оқшомдир. Шундай экан, биз мамнуният ила уларнинг яқинлари, ота-оналарини ҳам бугунги айём билан муборакбод этамиз. Инсон сўрав суриштирмасдан, ошиқлигини ўзи билмасдан, бир қалбдан иккинчи қалбга оҳанрабон сингари бир-бирига талпинар экан. Албатта бу севги, муҳаббат деялади бизнинг тилимизда. Шундай экан, ҳамеша бир-бирингизни ардоқлаб, бир-бирингизни қадрлаб яшанг деймиз. Ну а сейчас мы увидим сюрприз, который подготовила племянница. Племянница нашей невесты, зовут ее Фатима. Она исполнит для вас свой подарок.
Thank you.
Еще раз бурно нашим главным героям. Самый прекрасный танец. Танец любви. Келин хамда кюёвимиз кетип қолмайсиз, ана энди яна бир ажойиб курсга оранган чиройли маросимларимиздан бўлган 4 кесиш маросимини ўтказиб оламиз. Агар именно сейчас они будут угощать вас своими сладкими кусочками торта. Итак, жених и невеста готовы. Сейчас вам нужно будет взять в руки приборы, выбрать самый сладкий кусочек, загадать желание и на раз, два, три порезать этот чудо-торт. Если вы готовы, пожалуйста, дайте приборы. Вдвоем, в две руки, выбирайте самый сладкий кусочек. Загадывайте желание. Готовы? Еще энергии, чтобы танцевать и веселиться, а пока идут угощения, сладкие угощения мам. После у нас есть еще одна церемония, называется она букет невесты. Если у невесты нашей есть букет, сейчас она будет бросать. Нет букета? Мы продолжаем далее программу. На следующей чьей-нибудь свадьбе наши девушки поймают букет. А пока на этой свадьбе мы будем танцевать и веселиться. Ну а сейчас по просьбе наших молодоженов и по просьбе всех наших гостей еще один раз мы приглашаем на танец вас, дорогие наши жених и невеста. I'm a savage.